Как поменять название вашего канала? Если это личный канал, а не канал бренда, вы заходите в свой канал, нажимаете на логотип в верхнем правом углу и выбираете настройки. Затем рядом с названием есть «Изменить в Google». Нажимаете, вас перебрасывает на такую вот страничку. И здесь вы уже можете написать другое имя и фамилию, например, поменять английское написание на русское. Изменив, вы нажимаете ОК. И теперь ваш канал переименован. Если же вы хотите поменять название канала бренда, то сначала вы переходите на ваш канал бренда. Для этого вы опять заходите в настройки, показать все каналы или создать новый, и видите здесь все свои каналы. Переходите на тот, который вы хотите переименовать, нажимаете на логотип в правом верхнем углу, опять заходите в настройки, и уже рядом с названием этого канала видите тоже надпись «Изменить в Google». Выбираете, и здесь уже можете прописать новое название. Нажимаете ОК, и ваш канал переименован. Вот таким образом вы можете поменять название как своего личного канала, так и название канала бренда. Делается это почти одинаково. Единственное, что канал бренда, конечно же, можно более интересно назвать, там неограниченное количество слов, и вы можете написать целое предложение с ключевым словом. Пользуйтесь этой инструкцией. У меня же на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.